считанные часы остаются до волнующего момента премьеры на арене Владивостокского цирка шоу «Воды, огня и света». Это один из лучших проектов циркового искусства Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Сегодня проходит генеральная репетиция. Я пришел из спортивной гимнастики, Женя пришел с паркура, прыгал на улице, Виталик у нас жонглер, акробат. Внизу максимум на репетиции мы стелим несколько матов, и все. Страховку нам вообще, она не предусмотрена аппаратом, потому что он все время вращается, и если вдруг что, он намотается на аппарат и будет только нам мешать. Страшно первое время, страшно тем, кто, допустим, боится высоты. Когда режиссер делал программу, он нас увидел в этом образе, в образе шотландцев, и подумал, наверное, будет классно, если ребята будут прыгать в шотландских килтах на таком аппарате. Такая вот своя изюминка. На генеральной репетиции показали первое отделение программы, второе пока тайна, которую зрители смогут увидеть уже завтра на премьере. Это будет невероятный аттракцион иллюзиониста в третьем поколении заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Грандиозное фонтанное шоу, поющие водопады. Но и первая часть шоу «Воды, огня и света» завораживает, наполняет истинной магией цирка, демонстрацией феноменальных способностей человека. Мой номер – это небольшой сюжет, можно сказать, сочетание классического циркового жанра «ручной эквилибр» с оригинальной постановкой. Номер называется «Парфюмер» на тему Франции, Парижа. Номер мы готовили в течение одного года. Сначала осваивалась техническая часть – это привыкание к высоте аппарата и нарабатывание трюков. Большая часть времени ушла непосредственно на работу с режиссером для соединения всех компонентов, то есть трюковой части, хореографии, музыки. В программе шоу «Воды, огня и света» созвездие талантливых артистов разнообразных жанров, обладателей самых престижных премий мира. Оказаться в волшебной атмосфере цирка жители и гости Владивостока смогут уже завтра, 4 февраля. Успейте приобрести билеты. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на восьмом.